Всем привет! Путешествуем по Стокгольму. Люблю этот город. Стараюсь, чтобы каждая поездка была интересной. Ищу какие-то интересные скульптуры, какие-то достопримечательности. Ну вот сегодня я хотел вам показать скульптуру, которая называется «Фонтан Орфея». Находится она у концертного зала на главной торговой площади. Здесь сейчас находится базар, рынок, вот, где торгуют, чем только не торгуют, а в субботу и воскресенье торгуют вообще всем, чем возможно. Такая барахолка, знаете. Ну, так вот, что можно сказать про этот фонтан? Действительно симпатичная скульптура. Фонтан Орфея. Сделал знаменитый скульптор Милес. А чем он знаменит? Это человек, который многому можно говорить. Там длинная история о том, что он тяжело жил, потом, значит, поехал в Париж, работал гробовщиком и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но основная идея вот такая, что он был учеником у Родена. И поэтому, наверное, все-таки он чему-то смог научиться. Вот фонтан Орфея. В центре фигура Орфея. И сразу мы вспоминаем миф о том, что Орфей — это был знаменитый музыкант и певец, который своим чудесным даром мог подчинять своей музыке все живое. Ну и вот он искал он свою жену Евридику и спустился в царство мертвых. И вот как бы этот фонтан олицетворяет пробуждение душ умерших от оцепенения смерти, возвращает чувство жизни, чувство прекрасного. Ну и по замыслу Милеса, которого попросил архитектор Тенгбом, автор строгой колоннады концертного зала, сделать вот этот фонтан. По замыслу Милеса, миф об Орфее должен говорить о высоком предназначении музыки, пробуждающих в людях лучшее. Хорошая, интересная действительно скульптура. Я там, ну, практически, да там все, наверное, проходят, как бывает в Стокгольме. Действительно, она немножко асимметрично расположена по отношению к колоннаде. Вот. Но она, конечно, впечатляет. Очень симпатичная скульптурная группа, которая называется «Фонтан Орфея». Ну вот и все, что я вам хотел рассказать об очередной достопримечательности нашего северного соседа, города Стокгольм. Фонтан Орфея Карла Милеса, который родился в 1875 году недалеко от Упсалы. Прожил 80 лет. За свою жизнь сделал очень много фонтанов по всему миру, известных фонтанов. Был учеником Родена в 1936 году. Вот сделал этот фонтан. Фонтан Орфея. Ну вот и все. Всем пока, всем привет. Будете в Стокгольме, зайдите на рыночную площадь, посмотрите фонтан. Все, пока.